Друзья, ну что, снова всем привет. С вами снова, как всегда, Тёма. И мы продолжаем прохождение Assassin's Creed Valhalla. Так что будет интересно. Сейчас очень интересно. Я уже забыл, что мы в прошлой серии даже делали, кстати. Если честно. Ну ничего, сейчас по пути вспомню. Мы забирали у них, по-моему, эту базу. Да. Стрелы, я так понимаю, не нужны. Да, во, лежат лебеди. О, еще можно что-то забрать даже. Да. Иди сюда, родная. Или родной. Где ты есть? Ты смотри, а? Жали, давай. No. Ты прости, но я хотел. Так, вот одно. А мы где ближе? Вот тут, да? Пойдем мы, значит, сюда. Раз мы ближе к этому заданию. Ой, долгая история переплывать. Нам уж туда, да? Да ладно, что? А давай беги отсюда. Лошадина ты. Захват базы 360. О, да мы можем базу захватить, кстати, напасть. Идемте, нападем на базу. Между прочим. А потом пойдем. Сокровища там заберем, еще же это. Ух. Ну я кинул, я капюшон. Конечно, по-любому, Эйва. Никто не спорит. Начать набег. Так у меня вопрос, это сильная база или нет? Первый есть. Бойцы, держимся вместе! Иди сюда. Вы что-то не продвижались. Давай. Сейчас ты сдохнешь. С двух сторон. С трех сторон. С пяти сторон.
что там такое? Успокойся. Тихо, 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 тихо. О, лучник, смотрите, опа, нашелся. Стрелок, нахуй. Сейчас я стану стрелком. Ай, не попал. Еще кто-то будет тут? Ты убил? Барана. Это что, камеры? Надо их пооткрывать, там наши люди. Спасибо. Спасибо. Не за что, выходите. В чем дело? Все, кто в синем, наши. Считай, что ты... Сюда иди. Коняка дурная. Сюда иди. Сдохни! А сейчас ты сдохнешь, конечно, уже. О, о, хо, хо, ребята. Вы чё? Родные, я тут. Умри, умри! Опа, родной. Чё ты так? Прольём под битвы. Проливаем. Успокоился. Все. Еще есть. Сюда идите, нахуй, если еще есть. Учили Лиму. Сдох уже, все. Ага, нифига, да? Иди сюда. Так. Сюда иди. Уже не устаю. Давай бей. Молотом все-таки может, да? Я думал, что молотом даже не может. Куда убежал?
Стреляйте в эту сволочь! По-любому. О, прям в камеру. Прикольно было. Эй, что такое? Кто-то перепугался, что такое? Тут есть еще люди, наверное. Что такое? Заберем мы добычу. А это мы не разберем, я понял. Оп. Вот, вот, родненький, давай. Опа, Степа. Идите сюда, что ты меня там ждешь, а я хочу за этой стороны открыть дверь. Эй, подойди-ка сюда. Давай. Отлично. Еще есть даже та, да? Можешь заходить. Ты так хотел, рвался. Через верх я тоже так понимаю, я не зайду. Ой, еще закрытая одна тюрьма осталась, надо освободить. Не забыть человека освободить. Да, я не пройду через верх, к сожалению. Но тут есть что подобрать, как минимум. Тоже неплохо. Оп. А-а-а. Больно. Откройте дверь, человек. Благодарю тебя, друг. Не пил. Идемте в эту теперь. Эй, посмотрим, что тут у нас. Конечно, вы такие прям сильные. Боже мой, маляр. Одного уже нет. Иди сюда, родной. Оп. Ты под стол, я смотрю. Блин! Капец! Не успел пополнить ХП. Но это не серьезно было. Вообще не серьезно. Я уже думал, что мы его накрыли. Грузится игра и бегает по экрану какая-то жня непонятная. Кто-то бегает. ХП светится что-то. Это о вопросе,
Кто спрашивал, как играть на PlayStation 4 Slim? Вот так играется на PlayStation 4 Slim. Игра прогружается, и кто-то бегает. Это говорит о том, что уже большого смысла нет покупать PlayStation 4 Slim в 2021 году. Как говорят некоторые на YouTube, можно купить PlayStation 4 Slim. Если играть в игры до 2016-2017, даже 2018, может, года, тогда да, старую библиотеку, God of War, там Uncharted 4, то есть такая история. Гран Туризма ту же самую старую. Конечно, можно, это старое поколение все выходило игры, а новые уже будут выходить на новое поколение и поддерживаться новыми. И шо? И заново набег начинаю. Вперед, волки! По-любому за тобой. Сюда. С нами милость Божья! Сюда. Сюда. Я вас тут уже похоронил, человек. Наверное, 8, я так думаю. Давай, успокойся, Фраер. Куда ты там, а? О, базару ноль, пацан. Лови. Спасибо. Доброго пути. Вам тоже. Хвалим тебя. Спасибо. Не за что. Что-то случилось. Беда, тут драка. Давайте убивайте всех. Давайте сюда, вначале, как и в прошлый раз. По-быстрому заберемся, если уйдем дальше. Есть кто-то, нет? Замечательно, вот здесь. Сюда, на помощь! Давай, Зак. Старый. Иди отсюда, родной, я сам заберу. Спасибо большое. Да не за что большое. Что такое? Там нам нужен ключ. Воу-воу-воу-воу, пацаны, полегче. По-любому. Да, даже так. Ладно. Оп.
успокойся, родной. Все. Сменился. Иди сюда. Молот Тора разобьем. Конечно, да. Ой, сдох. Ой, что-то случилось с вами, пацаны. Вы что-то поподохли. Поподохли, да? Конечно, все помогут. Как мне может кто-то не помочь, объясни мне. Оп. Тут у нас эти два дятла. Идем сюда кто-то со мной. Я помню, что тут у нас эти... Мне тут нужна помощь! Два дебила сидят. Он на скорость берет, да? Он еще и хп пополняет. Ох ты мой. Не, такая история нам не надо. Что это было, я не знаю. У меня хп снялось, когда он пополнял хп. Маги какие-то. Да, давай, родной. Один твой кент уже сдох. Мне вообще не страшно, родной. Тебе же довольно даже, а? Своим щитом, а? Ой. Спасибо, Азак. Ой, не хотел так убивать. Блин, Зак. Я думал, я убил. Да ничего хорошего. Добыча или не хочу. Застыл из лесов. Я помогаю по-любому, дружище. Ты так в прошлый раз хотел, что... Опа, ага. Ключи мы здесь найдем или нет? Родные. Все! Нам пора на корабль! На какой корабль? Нам никуда не пора, Эйвор. Корабль, да. На корабль иди сама. Мы еще не все осмотрели, что можно было. На корабль ей пора. Сюда, Эйвор! Помоги мне! Что ты хочешь? Дверь открыть, блядь? Она уже открыта со всех сторон. Успокойся, родной. Уходи. Спасибо. Сохраняй тебя, боги. По-любому. Как без этого? Ключ, где у меня вопрос? А, мы его нашли. Тут ничего такого нема. О, можно почитать. А, новая способность.
Так, друзья, вы можете ехать куда вы хотите, а вот мне надо вот туда. Где-то есть. Че ты на ту сторону стал? На корабле решил плыть. Нам с тобой сюда. На сюжетку дальше. Идти. Это пусть они себе едут. Своим делам грабить базы, там еще что-то дальше. Волосы и ногти, растут, даже если тело остыло. Сама видела. О, подруга. Эйвор, мой могучий друг. Тут рядом укрылись люди Вигмунда. Мы перебьем их всех. Прям-таки всех. Чем меньше в шерсти в шее, тем меньше киска чешется. Вот как я считаю. Что она сказала? Чем меньше что? Я не услышал. Но чем меньше, тем меньше киска. То, что она закончила, тем, что она сказала, тем меньше киска чешется. Я точно слышал. Нормальные у них тут разговоры, плюс 18. Как ты присоединилась к Соме? Я приплыла в Англию раньше Гутрума, Ивара и Убы. Возила товары, обманывая и саксов, и данов. Я лгала, крала, получала в нос. Было трудно. Но я научилась терпеть боль. Я над ней смеялась. Сома разглядела во мне не просто торговку. Я оказалась полезна не только себе, но и ее замыслом. Другие не верили тебе, а она сочла тебя достойной. Да. Из-за этого я ее люблю. Впрочем, я люблю в ней все. С тобой людям становится веселее. Должно быть, Соме тоже. Умея читать чужие мысли, жизнь стала бы ужасно скучной. Но Соме кажется приятно быть со мной. Быть с тобой? Просто быть. Не так, как мне хотелось бы. Видишь ли, смех помогает смириться с горькой правдой. Радость жизни, вопреки страданиям, это бунт. Это бунт, да? Что она тебе думает? Тебе нравятся другие друзья Сомы? Галин и Лив? Лив зверски притягателен. Так и хочется, чтобы он облапал как следует, а потом уснул на груди. Он все вопит о чести. Но благородные люди не устраивают пожары, чтобы геройски потушить их. Галин мастер думать мрачные думы. И сразу весь такой важный, просто прелесть. Задел. Как и день пройдет, а саксы упорхнут из гнездышка. Надо нам подобраться поближе. Моих людей позовем, если что-то пойдет не так. Убейте стражников. Если что-то пойдет не так, моих людей позовем. Ну, вон один. Идти с тобой в битву должно быть весело. А, ты это дерево, я отловился. Лучше держись подальше. Вдруг поставлю тебе синяк. Ты лишишься локтя раньше, чем он появится. Так, нам надо наверх. Но вообще я хочу вот сохраниться. Лети же. Да нам нормально бежать-то. Чтоб сохраниться с вышкой. Черная вершина. Отлично.
еще и тут есть крутые штучки в подарок. Эти гуси, смотрите, их не щиты. Еще ей, о, да тут 100% гремучки есть, крысы есть, змеи по любому. Что, ничего не мает? Да не, есть. Слышите, что не мает? Есть, еще и тут есть. Оп. Пойдет. Тут есть добыча, да? Серебро. И тут есть. Да и все, надо идти наверх. Сюда, Эва. Я бы не сказал, что это сильно высокая вышка, если честно, но тем не менее, хотя может так кажется, не знаю. Мне интересно, что вот там. Туда я, к сожалению, не пойду, так как на это нема времени. Так, откуда я пришел? Мне нужна тропинка. Вот мой конь. Я не помню, откуда я пришел. Все-таки же да. Не помню, хоть убейте, куда идти. Что-то тут, да? Вот, вот дерево это. Но она находилась прям по прямой от той башни. Так, где этот? Сюнин. Покажи. Покажи.
Шо он сказал? Сто шестьдесят рекомендованная мощь. Это, конечно... История такая себе, если честно. Я не могу теперь понять, куда нам идти и откуда... Мы пришли. Это не Рейдбург. Вот это я затупил. Вообще, блин. Ну просто вообще. Огонь. Так. Что так? Что такое, Эвер? Что ты увидела? Нам где-то сюда, в эту сторону? Вот это я тупанул, ну вообще тупанул, блядь. Мы встречались возле камней, по-моему, где-то, если я не ошибаюсь. Я что-то чувствую. В воздухе витает зло. Да. Возможно. Давай его убьем. Ты смотри, что тут делали, а? Вот оно, во. Как-то лучше. По-любому, Эйвер, 100%. Происходит. Так, я что-то пока что не понял. Все эти истории, если честно.
Я не могу понять, где они делись. И все. Было 4, по-моему. Ну хорошо. Вот это нам туда. Если я не ошибаюсь. Да, вот на вроде у нас это. Скала, они уже где-то тут. А, вот ты где. Это все пошли. Тут надо быть аккуратнее. Только сейчас нас прибьют. Меня заметили, вон. Ты нам мешать будешь. Тихо, какой скакун. Использовать рок, можно так делать? Я только с ними должен, да, убить тут всех, я так понял. Успокойся, родной. Шума от тебя было, как Рагнарёк. А Сакси даже не заметили. Не у всех такой тонкий слух, как у тебя. Тем досаднее. Тихо, родной. Оба-на. Наблюдаешь? А может, не стоит, братан, наблюдать за нами? Да ты там не один. Вот в чем наша проблема, оказывается. Оба-на. А вот стоит наш дружище. Куда он спускается? Тихо. Досадно, но ты умер, братан. Вот еще роднулькины. А ты умеешь ходить легко и бесшумно. Научилась еще в детстве. Зимой далеко слышно. А я частенько упражнялась, лазая в окна спали, и потом обратно. Ну а что делать, если надо тихо и бесшумно пройти? Ага, вот, вот родной наш. Thank you.
Где он делся? Вопрос тонкий. Бьёшь сильно, оступаешь мягко, как по овчине. Я бью не сильно, я бью в цель. Молния тоже. Но нежно ее не назвать. И то верно. Нежно ее не назовешь. Ага, двое сразу, да? Так, ну вот этого надо бить первого. Я так думаю, по крайней мере. Тем более он уже встал. Ёханый бабай. Встретились. А-а-а. Слышь, ты, тут нормальная дилемма. Обойдем врага. Все, Вася, вы приплыли. Теперь тихо не получится. Завтра. Все приходите завтра, я же говорю. Когда у меня будет плохое настроение. Сундук хочу. О, доспехи охотника, все. Опа-на, пацаны, вышел к нам. Тут еще и книжка есть, новая способность. Отвлеки врага. О, да, стоит. Оп. Понятно, все с тобой, родной. Да все, короче, я вас вообще тут. Что это? Это ихние, да? Ты что, я тут косить начал? Где еще там? Еще вон один, да, тут. Тот, который спрыгивал, походу. Да все, успокойся ты.
дырочок. Еще 4, да, у нас показывает. Сейчас выбьем. О. Один есть. Пошел. Пошел. Где он есть? Он аж там. А, их там двое. Он не один. Ну не спи, не спи. Да, вон нам пишется, подойдите туда. Что ж, это что ж, это все. Поэтому надо идти и забирать их базу, раз это все. Как там наверх подняться? Я не могу наверх подняться. Только по одной стороне наверх можно подняться или что? О, бегают, ищут кого-то до сих пор, блядь. Так, тихенько, бесшумно поставил наполовину, да. Ну бывает, что ж поделаешь. И дерьма, и не только дерьма. Поговорим. Ты славно, сражалась, Берна. Заигрываешь, Эйвор. Что делаю, что прости? Расслабься, Дрэн. Увидимся в Грентебридже. Увидимся. Так вначале я тут позабираю то, что мне надо, а потом пойдем в Грентебридж. Тут не открыто, только с той стороны. Ну я уже это понял. Оп. А, это я тут был. Да, да. В этом домике. Ничего такого не будет. Добычка все равно тоже приятна. А, даже две, даже так. Ну и что это она стоит? Ладно. Пусть стоит. Это у нас просто избу какая-то. Был и шел вот так вокруг, там был, там был, был. Короче, ладно, друзья, на этом все понятно. Что хочу вам сказать: не забывайте подписываться на канал, писать комментарии, ставить лайки. Хочу пожелать всем приятного просмотра и до скорых встреч. Ограбить Грентебридж мы пойдем уже в следующей серии.